Пустил стрим да. на Ромхаке. Это уже в понедельник считается. Время да. уже за полночь. А у кого-то и 3 утра. Ой, ночь. Вот 3 ночи утра. Ну в общем, да. Вместе с компанией юзера Rocket Странника мы попробуем продолжить китайского хака Battle City. В прошлый раз прошли 13 уровней. Тоже поздно, кстати, проходили. Сначала с моим участием непосредственно, потом я заменил Rocket. Прошли 13 уровней, после которого у нас титульник выскочил. Я даже перепроверил, но он все равно выскакивал. Я не остановился на этом. Сделал хак, где стартуем сразу же с 14 уровня. Спустя 7 часов юзер повторил и сделал точно такой же хак. В общем, сейчас мы играем в хак юзера Липецка и изменен всего лишь 1 байт. Это не хак, это шедевр. Да. Один байт сразу изменить. Там, ну какой байт? Какой? В каком месте? Отгадай, не стрейджер. По какому адресу этот байт изменен? Или какой? Ага, конечно. Ну а, давай. Да, конечно. Это человека, который его не шарит в этих всех этих хакингах откадывать иди-то. Да. А у нас конкурс. Ты не знал? Кто отгадает? Того мы уберем из скайпа. Давай. Тогда отгадывать не вариант. Как вариант? Ты же сказал, кто отгадает, того уберем из скайпа. Ну давай, ты отгадаешь, я верю в тебя. Помнишь, что он? Вылетит сейчас интернет или не вылетит? Как вы думаете? Не дай бог. Делаем ставки. Делаем ставки, господа. Смотрит нас Константин Алш Деннис. Привет. Деннис, кстати, он тот человек, который подсунул нам этот хак, между прочим. Хабар. Да, оказалось, что здесь не 13, а 20 уровней. Интересный босс еще в конце, или Джойси. Я что догадываюсь, надо еще до него дойти. Это будет не так просто, учитывая предыдущий опыт. Это, конечно, было скорее прохождение, а даже не знаю, что это было. Да ничего не было, просто был стрим. Было хорошо. Было хорошо, и замечательно. А как и чего там? Мы не играем в игры. Играем с ними. Или они с нами. Ну что, мы готовы, в принципе? Давай. Так, готовы. Кто-то себе. Ну что, если готовы, запускайте. А вот я не готов. Я не готов. Потому что... Что делать? Потому что у меня звук. Сейчас я его включу быстренько. Юзер, что делать? Выйди продержаться, нужно минуту. Да. Это что, сайрвол, что ли? Ёп. А чё они стреляют? Не слышно, как стреляют. Или это у меня только так? Ой, я сейчас уже не продержусь. Вот только как ездит, я слышу, а как стреляют, я не слышу. Не, ну вода уже легче, я думаю. Сейчас ты затащишь. Вдвоем лучше. Ну да, блин. Отлично. Ну вот ты тоже. Денис пишет, там два последних босса. Ну да. Кстати, выясняется, что здесь есть код на выбор уровня. Но мы, ни я, ни юзер, никто об этом, разумеется, не знал. И поэтому проще нам было сделать два хака аналогично. Мы прошли, что ли? Чем... Проще сделать хак. А нам всегда проще сломать, чем сделать. О, а может тут-то, да? Ай, твою...
Так, за желтого Рокет, за зеленого Юзер. Наоборот. Наоборот. Нет, наоборот. Мы играем в той же, короче, в той же последовательности, которую начинали, собственно. За желтого Юзер, за зеленого Рокет. Я просто привык, когда мы вчетвером играли. Не так было. О, вот же можно, приятно. Ты смотри, что. Наконец-то Денис на стриме танчиков. Как стрим идет у тебя, кстати? Нормально? Все в порядке. Ну и у Илюхи в порядке. А у тебя, кстати, интернет какой, Илюха? Скорость. Давай, 10-мегабитовый. Давай. У этого. Стрелять можно, Рокет. Андрей. О, наконец-то стрельба появилась. Молодцы. Главное, орла взяли. Фаталити, как обычно. Так, надо звонить. Так, ай! Отлично, просто я. Но я пока что не успел ничего понять. И я ничего не успел. Подожди, давай посмотрим, что пишут. Red и Green Light. Красный и зеленый свет. Можно ли... А, можно стрелять, нельзя стрелять. 100 чего у тебя? 100 рублей? Наверное, ехать Слушай, можно. Слушай, может быть, зеленый можно стрелять, а красный нельзя стрелять. Ты... Вот когда красный загорается, то нельзя стрелять. Не? Двигаться нельзя. А, двигаться нельзя. Пипец. Двигаться и нельзя еще это самое. Двигаться и стрелять нельзя. Вот. Так, стрим идет как на Good Game, как на Твиче. Можно. Отлично. Гребаный светофор. Потому что уроки-то почему-то через некоторое время он отвалился оттуда. Хрен пойми почему. А где Рокет вообще? Кто отвалился? Да не ты, Рокет. Стрим отвалился с у тебя с этого, с Good Game. Из Твича. А, с Good Game, я не знаю. Из Твича тоже. Что за фигня? Ну я тоже не могу сказать, почему. Тихо. Ты там опотерил Good Game там. Ай, твою! В зеленый вниз нельзя ехать. Че, мне делать больше нет? Рокет, вниз нельзя ехать. Как в реальных светофорах. В лес нельзя ехать. А сейчас я что сделал? Я даже не двигался вообще. В лес нельзя ехать. Даже в лес нельзя ехать? В лес нельзя. Сразу взрывается. Конечно, там какие-то бифы. Угу. Какой-то занудный хак, вот этот вообще. Уровень. Который ограничивает возможности. Я Рокет, ты может умрешь? Нет, что ты стоишь-то, я не пойму. Мри, Рокет. Че стоит? Достаточно легко. Подвинулся уже с дома. Ну, бы... ну почему же ограничивать-то? Зато тут помирать можно. Сделали самое бы главное. С принудительное самоубийство. Забываю, блин, придумать. А всего уровень тут 20. Стреляй в меня. Чё? Стреляй в тебя? Зачем? Да ты... Блин, еще в две бомбочки и идеально. Всего уже не тут 20, да, получается? Жизнь. Тихо. Зачем ты его стрельнул? Ты его стрельнул. Ты! Да знаем, что есть сайты, Константин. Сейчас меня убьют опять. И два раза причем. Ну чё, я тогда тоже умираю? А чё я мог там сказать, я так и не понял. Стрэнджер, ты там главный вроде. Под Good Game. Стрэнджер главный под Good Game? Ну, в смысле... Это с чего это? Имел же дело или нет? Нет. Мне уже слышно, блин. Давай, бей. Забей на меня, бей. А ты чё, Стрэнджер, на больничном? Меня слышно? Слышно. Да. Да, на больничном. Иначе бы я был в Омске, был без интернета нормального и без стримов, то бишь. То есть тебе повезло, что ты на больничном? Ну да. Там меня выпишут на днях.
простуда или что-то более. А фиг его знает, чё. Так и не сказали, что. Нормально. Блин, кем не знаю чем. Лечусь от того, не знаю чего. Какой-то говёный уровень, абсолютно. Рокки, я сдох еще, нормально. Да если бы ты не выбил сейчас бомбу, я бы всех убил бомбой. Ты стрельнул в красного и все, до свидания на это. Бомбу и убежал. На геймсмане тоже. Смотри, что ты делаешь. Следующий уровень нормально будет. Ибо реально какая-то хрень на него. Ты надеешься? Ну почему? Надеюсь. Этот хак я не играл даже. Не запускал. Нет. Я бы тоже ни в жизни бы не узнал о его существовании, пока Денис не выложил в группу. Вот это. Я считаю, это ответ. Это китайский ответ Binary City. Ты не играл в Stranger Binary City? Ну, я ничего не смог сделать, мне убили. Чуть-чуть играл. Знаешь. Блин! Так, чё, кто? Кто оторвался? Я тут. А Рокет? Все тут. Вот. Так, вроде все тут. Да, вроде даже все. Я тут. Юмир, ты что делаешь? Я никак-то я не стою, я пытаюсь его убить. Чё ты встал на месте? Реписк, ну то, что ты тут, это вообще подвиг. Да, это подвиг. Что ты не отвалился ещё? Тихо, тихо. Всё, зафиксируйте этот момент. А, прошли что ли? Охренеть. Зафиксируйте этот момент. Я фиксирую. Он не дает. Трекатная угала. Автоматический товарищ. Огонь. Вы слушайте, хоть болтать, а? Автоматический огонь, погнали. Уровень 16. Сейчас нельзя, он постоянно стреляет, короче. Нужно проехать. Ох, помню, когда пуля была, мы ее гоняли здесь, это... Да ну нафиг, идите вы знаете куда. И чё, и как тут быть? Вот именно. Я не представляю. Может... Тут надо можно другого... толкать как-то. Толкать можно. Пробуйте толкать. Сомневаюсь я. То есть один задом стоит, другой передом, так что ли получается? И чё? Тот поехал. Или пока пуля летит, надо проехать, что ли? Ну да. Стреляешь вправо, вот значит, доезжаешь до конца. Стреляешь вправо, в это время едешь. Да, понимаешь? Да. Ну это абзац какой-то. Да, это полная. Вот слышишь, это полный абзац. Я залипал. Крестик залип. Это вообще реально. А, это уже крестик тут, реально. Вполне. Ну как здесь... бы, по-моему, это лучше, чем тот уровень, который просто пуля. Ну намного. Назад. Получше. Молодец. Ну это что-то. Ладно, не буду говорить. Чё. Он не стрельнул влево. Но хочешь первый езжай. Я не против. Нет, сохраняться не смогу. Если надоест. Ты зря встал, ты мне только мешаешь. Ну ладно. Ну тут. Ну не стрельни. Влево не стрельни. Кто меня убил? Тебя никто не убил. Ты сам себя убил. Включил камикадзе. Езжай давай. А как я поеду-то? За один снаряд надо проехать. Ай! Лучше съездить. А ты что, Константин, играл что ли? Ну, конечно, никто в это, эту хрень не играл. Я лучше мефы подорегу. А вообще обязательно двоим надо проходить? Ну... Да, смысл? Это мой интерес. Одному. Там, кстати, один не пройдет. Да вы чё? Нифига себе, это надо было мне сюда еще проехать.
хрень. Так, давай, Липец, вот здесь меня сохраняй. Там внизу блок, внизу надо было стрелять. Понятно, все понял, да. Меня интересует, есть человек, который это пройдет без сейвов? Дурак, что ли? Японец. Есть, только Тассер пройдет без сейвов. Ну, чё? Японцы. Японцы, а ты что думаешь, ромхаки делают, чтобы их проходить по-нормальному, что ли? Давай еще раз. Ну, кто это? Ну, судя по Омаксу, нет. Да не только по нему. Чё, блин? Тот же Binary City, если взять, там последняя зона проходится только методом ТАСС. Ну, я в Binary много не проходил, тут не знаю. Лепс, сохрани меня, а то я задолбался ездить. Сохранился. Поздно. Ага. Ну? Спидраннер? И чё, блин? Сначала нормально пройди, а потом уже спидраном. А, всё, понял как. А, да, или так. Ё-мать! Они не так. Нет, там вот следующий. Там и вверх, и вниз можно безопасно стрелять. Ну, давай, давай, еще раз грузи, я все вспомнил. Не вспомнил, а понял, то есть. Не, все. Следующий, говорю, не этот. Ну, либо так, да. Тут... Так, сохраняй меня. Сохранил. Сохраняй. Сохрани. Ау. Ну да, на таком хате только каждый пиксель сохраняться надо. Раз. Да, и это не первый такой хак, и не последний. Так, либо сохраняй. Их таких сотни. Сохранил? Да. И не сотни, десятки. Ну тут, по-моему, хрень. Да вообще. Много не успел. Сохрани. Сохранил. Ха-ха, нормально. Все. Ай, твою мать. Блин, ну писец. Поново проходить теперь. А чё, всё, чё тут загружаешься? Именно поэтому надо несколько слотов сейвов. Юзер виноват. Видите, даже сейвы проигрывают. Не мудрится вообще. Ну, надо несколько сейвстепов делать. Разные слоты. Чтоб наверняка. Так, несколько сейвстеп. Я играть не умею, в обычный Battle City. Сливаются, сливы да сливы вообще. Хоть да бы одно яблоко было, а не сливы. Ничего, ничего обычного. Так, чё, сохраняй меня. Сохранил. Да куда ты? Опять тоже с того же самого любимого. Да что? Ой. Не доехал. Сохраняй тут. А да блин, вы идеальны. Опять. Липис, ты че аккуратней? Да я аккуратней, мне сказали, я сохранял. Все. Ну а если мы втроем тебе будем на перегонке говорить сохрани? Ну вы как-то это договаривайтесь по очереди, а не сразу все. Сохрани. Сохранился. Сохраняй. Сохранил. Ты что за место, блин? Ты не сохранил, надеюсь, ага. Да?
Что ты будешь делать-то? Ну что, поехал я дальше тогда? Давай. Ха, а, по-моему, тут хрень какая-то получится сейчас. Ты его не отморозишь. Хотя... Вот. А, ну вот только так, да. О, а вил как ты пострельнул между орлами? Да что ты. Учитесь между орлами стрелять, а то вы по ним попадаете постоянно. Угу. Аккуратно по фразе. Да куда он повернулся? Я не нажимал туда. Сохраняй нас. Вот здесь сохраняй. Чего не делал юзер? Сохранил. Вредник. Привет, Razer Xenon. О, Razer пришел с Xenon. Что ее? Наконец-то у меня интернет появился. Он заповедник сегодня. Так, юзер, юзер, стой. Либо сохрани. Да, сохранил. Слушай, как на вас еще заповедник подал? Столько орлов погибло. Сколько орлов погибло. Ну что, я еду? Ну, сохрани. Сначала пускай Липс сохранит. Сохранил? Сохранил. Там же написано, по-моему, у вас, что сохранение. Не написано. Нет? Не, ну это... Ну лучше сейчас про последнюю, вот это спойлеры, они не нужны. Там потом увидим, что будет последним. Твою мать, я попал. Ты мало не сохранялся, это... надеюсь? Я не сохранял. Хорошо. Ну и правильно, сразу. Да что ты застреваешь там, урод, а? Нормально Razer Xenon стрим идет. Да. Теперь уже от Липецка. Сохранил. Да и у меня тоже нормальный был, не подлагивал. Так, юзер, давай. Не могу я там, да не доезжает он и все. Давай, я... Маленькие танки он не умеет. Не знаю про что. Стрим отлично идет, ну хорошо. Так, сохрани. А, подожди, а ты можешь дойти и все, и пройти, собственно. Да его могут завалить. Ну мне опять же жизни так. Ты сохранил? Ну вот ты все раз. Сохранил? Да. Сохранил? Ну почти. Юзер не определился в последний момент. Да что вообще ты? Вообще мастер. Ну блин. Мастер юзер. Да что ты? Залагал. Потому что это был сотый орел. Да блин, теперь я. Так, сохрани вот здесь. Сохранил. Неудивительно. Когда я начну продолжать записывать тасы про Binary City? Когда же я начну? Дайте подумать. Ну, наверное, в 2001 году. Да что ты, твою мать? В 2001-м? Открыть ты машину времени и запрещить сначала должен. Просто, ну, это же там один. Пишись еще раз. Ну это же ТАСС. Это же ТАСС. Липин, попишись. Жи, это тебе не ведро, это ТАСС. Это ТАСС. В ТАССе все возможно, Стрэнджер. Ну чё? Чё это было сейчас? Ну, блин, не успевай там. Ну вот. Вверх надо было ехать. Да, затормозил. О. О, ну все, иди их. Сохрани. Липецк. Да я сохранил. Я доехал так. Ну блин, я здесь сохранил. Ха-ха-ха! Молодец. Ну, все, а, вот. Браво. Все, ну вас нафиг. Так, не сохраняй. Так, сохрани, Либис. Сохранил. Юзер, ты подвинься, наверное, я знаю. Да и
Ё-мать. О, жизнь! Ё-мать. Да еб... Ты подожди, ну давай бей их, короче, там. Там ты без меня справишься. Ну или давай я же их возьму. Остался. А как ты возьмешь? Ты дурак, что ли? Блин. Ну ёб... Еще раз давай. Инстинкт трогает. Ты что, ты не разворачиваешься, дурак, блин? Да ты смотри, что... Ты не а юзер просто ничего не делает, он просто он же автоматом стреляет. Он, ну, не да. знаю, сидит ты там. Ты смотри, что он... Пусть он хоть подвинется. Баб, убери! Он все место занял, пусть подвинется. Ты что? Да он уже не подвинется, поверь мне. Такой, ё-мать, я выехать не могу с этого... Да уже пусть он их убьет. С этого орлятника. Тут, тут очень сложно вообще просто ничего не делать в этой ситуации. Надо обязательно что-то делать. Ну ладно, убивай их нафиг. Пошли не нахуй. Боюсь представить, что в следующем уровне будет. А вот 13 уровень прикольный, кстати, был. Там под Марио сделан. Там и музыка угу. даже из Марио. И флажки. Вот там прикольно. И там как бы... Их как вот охотники за привидениями ловят, ловушки расставляют. Самые мне больше всего. Да, ничего не дело не рулит. Ну вот, Рокет, ты можешь, когда захочешь. Ну и зачем там второй тогда нужен был, непонятно. Ну, чтоб пока один играл, второй за чаем сходил. Циркуль, окружность. Циркуль. Тут из оригинала уровень. Ой, что со мной? И в чем прикол? Вот в этом и прикол. Ужас. Потому что китайское говно. Вот чё. На. Ну. Да, вот это вот хренотень. Приплыли. Руки-то что ты делаешь, когда на черней стреляешь? Бомбу. Бомбу! Да, идеально. Я вообще не буду стрелять, пошли вы нахрен. А не стреляй, правда. Сохранись, Либес. Сохранился. Все, а то ж. Да блин. Еще сохранился. Все. Короче, нельзя еще раз выстрелить, или иначе. Боже, ты уже какой-то. Давай его! Ткныкай! Ужас. Привет, Тай! Привет, Тай! Привет! Сохрани! Мне вообще слышно хоть нормально, я не понимаю. Да, пилить как... Сохрани! Не пришлось, сохранил. Что-то за китайское... Не торопись, Рокет. Я не знаю, что я сделал-то? Чуть что, так сразу, блин, пасть да пасть. Че за... Да, еще слышит, но не видит, так что ли? Ты че сквозь стены едешь? Я интересно. Ай, остановил. Там бомбу надо, наверное. Ай! Ага. Еще бомбу. Нет, еще стреляй. Да не нужна она. То, куда ты поехал? Ты обезьян-то где? Твою мать, блин. Хватит тупить, стреляй, пока бомбы не будут. Если не зависнет, так... Ну и че, опять зависло. Лаки и Темс. Ты дай каски кончиться, когда ты на земле стоишь. Хватит бегать, как таракан. Удачные предметы. Получается. Ну да, логично. Еще раз. В жопу еще раз. Еще раз. Давай, время. Быстрее! Время. Быстрее, да, они же стреляют, несмотря еще на раз. То, что... О. Еще. Все, хватит. Все? Это все. Вы прошли или не прошли? Я не помню. Нет, да, сохрани. Я сохранил. Плюс и число. Что-то тоже какой-то оригинальный уровень. Хоть уровень бы что ли отредактировали. Вообще. Так, если я убиваю, их становится больше.
Это китайский хак. А зачем читать дуплика? Не если... так сойдет. На, бери, короче. Я забыл, тебе же нужно. Ну за что тут если взял? Если он есть, то лучше им воспользоваться. 20, 21, 22. Чё-то я не очень пойму. Короче, они прибавляются. По-моему. Да, прибавляют. Короче, надо чем быстрее, тем лучше их валить. Что-то за китайское. Да, я играл в этот уровень, я помню. И он что, вис так же? Во-во-во, он вис. Короче, тут надо, в общем, все это разбивайте и разносите их в этом, по бырику. А вот это уже бреду. Какой-то уровень. Вся херня висит. Да. Сохраняйся, наверное. Ага, не надо сохраняться, сейчас сохранится. Нет, ну периодически, я имею в виду. Рокет, старайся не ездить, когда у тебя каска. У меня не было каски. А чё ж приводит к этому глюку-то, я не понимаю. Ну опять глюк, ты чё ты будешь делать-то, твою мать? Андрен. А-а-а, знаешь, какой глюк, короче? Пришел и ушел, так что ли? Блин, ну я не понял, что за глюк. Опять... Просто китайская хрень. Китайская пара. Сохранятся, что ли, периодически? Да ну нафиг. Да писец. Вот что я сейчас сделал? Ужас. Я в кассу, что ли? Вот что сейчас ты сделал? Кончается, когда стоишь где-то на каком-то месте, и оно тогда это... Видишь, сейчас нормально. Но вот начинаешь. Ну это я смотрю. Наивный, блин. Давно сидишь, а чё не пишешь тогда? От стрельбы тоже. От каски, от стрельбы. Ты геймпад купил хоть? Ну и чё, вот чё сейчас-то? Сохранил. Погоди, Рокки. Так, так, стреляй. Так, сейчас. Сохрани. Сохрани. Отлично. Рокки, стой раз по одному патрону стрелять. Бомба. Возьмешь? Подожди. Давай, тебе проще это сделать. Давай. Да, очень просто. Очень просто. Юзер берет. Молодец. Я сохраняю, но. Да что ты? Короче, то же самое, бомбовать их тоже. Блин, бомба пропала. Тихо. Возьмешь? Сохрани. Да. Тут скорее на реакцию. Чтобы скорее успеть. На глупость. Блин. Ты твою мать опять эту каску взял. Вот, а вот, глупость шанс. Тут. К таким бокам. Тихо. Бомба, бомба. Отлично. Ну все, им кирдык. Бомба. Все. Юзер разбушевал. Китайская херня, блядь. Юзер разбушевал. Последний. Сохранить. Уровень. Последний? Да, последний. Что-то быстро. Ну а что ты? Звук из шакала идет. Шакал звук. Опять шакал. Да и танк из шакала. Только в виде джойстика. Ух ты, ничего себе, он молодящий какой. Сколько ему выстрелов? Господи. Джойстик, блин. Сколько выстрелов надо? Где написано? 20, что ли? А вон 20. Нет, это уровень. Не написано. По-моему, ему мало выстрелов, вот Денис говорил. Вот этому боссу мало выстрелов. А сколько то есть ему надо говорил? Точно в пушку попадать. По-моему... Я понял. Нет, в джойстик тоже. Джойстик, ай-ай! Кнопки загораются. Как джойстик красиво нарисован. Да я вообще. Так никогда не нарисовал. Джойстик босс. Ну, это, чё, конечно, идея оригинальная. Босс вас. А мне кажется, надо его убить, когда вот кнопка загорается. Что-то он загорается же. Непросто. Ну вот тут Денис мог бы посоветовать, как его завалить. О, он остановился. Я думал, остановился. Ух ты, ничего это с ним? Зависло. Китайская херня. Жуть какая.
китайская херня. Да это эмулятор. Может быть эмулятор, кстати. Хрен его знает. Он самонаводяшки пускает, когда кнопка горит. Пишет Алс. Ну, не самонаводящие, а такие завихряющие скорее. Круглиши. Да. Китайская хрень забодала уже. Спиральки. Ты не убежишь от глюков, бурага. Я не знаю, тут тоже надо сохраняться, блин. Тут какой-то писец полный. Вот что сейчас было, блин? К сожалению, могу вас огорчить, но 21 уровень не работает. Почему? Потому что его нет. Китайская херня, блин. Это геймпад от оригинального Famicom'а, только палитра не совпадает. Так он четырехкнопочный, на оригинальном было две кнопки. Да, две кнопки же было. Там же модель. Ничего, лично ты будешь сохраняться, нет? Я, да, смысл есть. Ну а потому что мы так зависим, мы не пройдем. Видишь? Вот я сохранился, твою мать. Ну, это не важно, нормально. Ты пытайся просто периодически. У вас есть на уровень сохранения, если что. Сохранился. Игра хочет, чтобы мы все-таки поиграли в шакала. Сохранился. Потому что оригинальный шакал лучше, несомненно. Все, замочил я его. О! Вот вам, вот вам! Ты сохранился? Да. Ого. Это тяжелый танк. Тяжелый танк. Тяжелый завесон, блин, это. Юзер новую тактику применил или кто-то. Ну одеваться не пугать. Китайская херня, блин. Сохранился. Давай, пей его нафиг, Юзер. Я ничего не буду делать. Этот босс полностью твой. Да ну ты зачем загружаешься, в принципе? Фиг с ним. Я отказываюсь с этим боссом. Рокет отказник. Дезертир. Ехать надо вместе с этими парнями. Зачем вы меня заставляете, вашу мать? Давай, давай, давай. Я у него половину жизни. Эту сраную сараюгу. Давай ты трать половину. Лично. Давай уже убей эту хрень. Отлично. Ты глянь! Ты глянь! Отлично. А я сохранюсь. Смотри. Куда поехал? Куда поехал, а? Моё. Стреляй, бонусы! Ого! Привет от китайца. Надо показать вообще. Вертолёт забирает вас. Неплохо. Это какой-то курит хрен в сторонке. Охренеть. Вообще. Это полный эпик, ребята. Это самая офигенная заставка. Мне нравится. Ну неплохо, если бы он не падал еще каждый. Если бы он не зависал. Ну да. Пожалуйста. Это не вертолет, а чайка. Я не знаю, может это он на реальном. Орел. Может он на реальном железе не зависает, кто знает. Может быть. Скорее всего, не зависает он, зависает железо. Деваха, ну какая. После подобных глюков зависания китайцы. Китайцам испытываешь особые отношения. Да. Девка какая-то тут. В шляпе. В шляпочке. I'm doing как. Да, как делал Зенг? Знаешь, что Зенг? На Рождество, что ли, он делал, получается? 25 декабря. Это католическое, по-моему, Рождество. Зенг,
будь добр, выкини свою эту самую. А вот код, на выбор уровня. Вот смотрите. Право, не видим. Да, надеюсь, ему угли подарили. В этот хак только хакером играть и тассером. Все, в принципе, одно и то же. Razer Zenon как понравился. Ну, потому что там деваха есть, во-первых. А во-вторых, там деваха есть. И в-третьих, там деваха есть. Угу. Ну, я не знаю, если у вас силы остались. Ну, давай. Я сегодня чего спать вообще не намерен. Есть чего, еще, забабахаем? Еще один хак. Тоже, который Денис выкладывал, тоже от этого же автора. Если есть желание, можно. Ну давай, посмотреть. Почему нет? Ну, давай. Мне его придется скачивать, по-моему, я его не скачивал. Ну тогда, ну, у нас перерыв за чаем. У нас сейчас будет короткий перерыв, минут 10. Хорошо. Оставайтесь на канале. Мы скоро вернемся. Да. Но тот хак не такой упортый, как этот. Так что будет попробовать. И надеюсь, он глючить не будет. Глючить он будет, но не будет такой упортый. Лучше бы наоборот. Более упортый, скинь. Ладно, ждите.